народних казок та дізнаємось про внесок цієї країни до України. Горда, вільна, гарна, старовинна, дружня, з відкритим серцем гостинна. Такі епітети лунають на адресу Грузії та грузинів від українців. Грузинська культура уже стала, перейшла межі Грузії. Вона стала світовим надбанням. В Грузії кажуть, гість – це посланець Бога. І сьогодні мені б дуже хотілося прийняти наших дорогих гостей, які прийшли сьогодні до нас в бібліотеки, саме по-грузински, щоб вони теж відчули від мене, від всіх вас, оту гостинність. Конечно, мне очень приятно, что вы сегодня организовали День Грузии. Вы знаете, что Украина и Грузия – это очень дружественные, очень стратегические партнеры, две страны. Плюс у нас общие вызовы, общее развитие. А вот мы с вами вот смогли, что у нас уже ассоциированное соглашение Евросоюза. Мы же европейские страны, наше место в Европе. Но что касается Грузии, конечно, вы знаете, что Грузия – это древнейшая христианская страна 4 века. Одна из самых древнейших стран в христианстве. Вот вы, вот, кстати, вот, может, не все знаете, что в мире существует 14 алфавитов. И вот у маленькой Грузии, вот среди 14 алфавитов есть грузинский алфавит. У нас очень активна диаспорская организация в Киеве, в Украине в целом, во многих городах. У нас вот два ансамбля, танцевальных ансамбля только в Киеве. И вот вы увидите здесь наших талантливых детей. Станете патриотами, вы станете европейцами, и наша Европа начнется с Украины, в первую очередь. Вот единственная страна, Грузия, Украина, когда никогда не было конфликта между Грузией и Украиной. Они всегда были союзниками. Большое спасибо народу Украины. И закончить так. Слава Украине! Над виставкою це було занурення у дружню, дуже багатющу культуру, багатошарову. Покажіть кожну свою партію.